Внести свой вклад в восстановление леса можно на сайте посадилес.ру. Электронный сертификат придет на почту, позже туда отправят фотографию и координаты посаженного дерева. Акция «100 тысяч деревьев в стране» проходит, ну, началась она сейчас, в преддверии Нового года, потому что все люди сейчас начинают массово покупать подарки своим близким. И организация «ЭКО» предоставляет такую возможность купить экологичный подарок в виде сертификата на посадку ели, ну, там, или какого-то дерева, да, в России, тем самым восстановив нашу планету. По данным Рослесинфорга, в прошлом году было заготовлено около 78 тысяч новогодних елок, на 30% меньше, чем 3 года назад. Почти все они из специальных питомников, однако встречаются и случаи незаконной вырубки елок и сосен. Участники акции смогут частично компенсировать лесные потери от предновогоднего ажиотажа. Весной волонтеры движения «ЭКО» высадят саженцы там, где леса пострадали, к примеру, от пожаров. Активисты уже проводили подобные акции раньше. Сертификаты на посадку деревьев дарили учителям на День знаний. Акция вообще проводится она в преддверии праздников. Да? Мы дарим вместо букета лес учителю. Точно так же 1000 сейчас новых, 100 тысяч новых деревьев стране решили подарить. Вот. Получается, в преддверии самых больших праздников, чтобы сократить количество подарков, которые дарятся, может быть, которые даже не нужны, вот, на такие полезные, социально значимые подарки. Платформа «Посади лес» существует 5 лет, и за это время в рамках проекта волонтеры высадили более 960 тысяч деревьев в 27 регионах России, в том числе и Мордовии. В этом году добровольцы из региона 13 посадили почти 7 тысяч деревьев и раздали около 3 тысяч саженцев. Весной 2021 года волонтеры движения «ЭКО» посадят юбилейное миллионное дерево. Планируется, что его спонсором станет один из участников акции «100 тысяч новых елок в стране». Ольга Данилова, Станислав Семин, «Народные новости».